И Росгвардия выделила на страхование жизни и здоровья своих сотрудников более 3,7 миллиарда рублей. Представляете, выделила на страхование. На самом деле украли. Понимаете, что значит выделил на страхование? Ну, есть какая-то страховая компания, да, очередной армянин возглавляет какой-нибудь, да, я не знаю, там секретно какая страховая компания будет страховать, можете себе представить? Который живет на мысе Антип, у него там 12 вилл, куча народу, рабов работает и так далее. Страховые компании в России, куча этих страховых компаний. Как это все делается? Очень же просто. Вот представьте себе, 3,7 миллиарда. Ну, сколько там, ну, какую-то копеечку достаточно большую ему оставили. Остальное он в виде отката привез золото. Это и есть страхование. А вы думали, как страхуют? Да, Яцк в свое время, и я вскрыл это, страховал болельщиков. А Яцк, да, то есть дал команду, чтобы бюджет перечислил там 320 миллионов рублей на страхование болельщиков, которые, значит, наблюдали за игрой команды «Сокол». Вот если за «Соколом» наблюдаешь, что ты застрахован на 10 тысяч долларов, как будто «Сокол» играет. Я тогда еще написал в заявлении в прокуратуру, что прошу возбудить дело, потому что, ну, явно там они украли. Ну, мы знали, что они украли. Да, и что такое ощущение, что там играют шаровыми молниями, а не мячом в футбол, что по 10 тысяч каждого застраховали и прочее, прочее. На самом деле, просто с этих денег в юбилейном, город юбилейный Московской области, фирма положила на карман 5%, ну, просто за обналичку, это обнальная фирма, и отдала остальные бабки Диме и его друзьям. Все, вот все страхование, понимаете, просто обнал денег. И здесь то же самое. Здесь вот обратите внимание, разместили тендер, но тендер этот секретный. Почему он секретный? Потому что, значит, есть требования на осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну. О, как, представляете? А поэтому никто не может. Это такой тендер, но в этом тендере ты не можешь принимать участие. Да? Только может тот, кто откатит золото у бабло. Мерзость полная. Да? А ведь как красиво, да, там, смотрите. Росгвардия выделила на страхование жизни и здоровья своих сотрудников. Заботиться о жизни и здоровье. Просто спиздили денег и все. Молодцы.